Якутский нож от челябинского мастера Семенова Ильи. Прекрасный образец классического якута, имеющего деревянную рукоятку, типичную для якутов, и всадной монтаж. Строй клинка довольно классический. Это линзовидная заточка с одной стороны и прямые спуски стамесочные с другой. Сталь в данном случае используется H12MF, что в совокупности с размерами ножа, а именно 265 мм общей длины и 130 мм клиночек, дает ему прекрасные рабочие характеристики, как для разделочных работ, так и для работы по дереву. Поставляется ножик с кожаными ножнами, с одного типа, классические, и сливом для воды.